А почему номер завесили? Аварийная машина. А почему номер должен закрыть? Аварийная машина, номер закрыли, полностью выйти стоит. Знаете ли, закрытый номер, это незаконно. Как это незаконно? Закрывать номер незаконно. Стоит. Это аварийная машина, любое место я могу встать. Ну номер-то надо, чтобы он был виден. Закрыть надо, в любом случае. Не, ну это же нарушение. Снимай, где вы нарушили. Вон, там что стоит. Снегать и снимать стоит. Ну, что вы делаете? Надо думать, прежде чем снимать. Думать, вот это вот, дорожная работа, вот загораживает номер на закрывается. Это не надо снимать. Там написано дорожная работа. Ну и что? Чтобы а номер-то нет? Поняли, машина для чего стоит здесь? А документы на работу? Что? А ордер на работу? А что за работу собираетесь производить? У нас мы там обязаны решетки, понимаете? Человек проходит, должен видеть. Дорожная работа, значит, здесь нельзя ходить. Ну это означает, что вы боитесь показать номерной знак. Вот и все. Смотреть? Зачем ты открываешь? Снимай, если тебе так надо, снимай так. Знаете, хоть и правильно. Хорошая машина стоит здесь. Ну ты проходишь, думаешь, знать, что нельзя здесь ходить. Номер нельзя закрывать. Начальник скажи. Пускай тут кому-нибудь затопит. И все. Ну, надо какая? Номер завешали, и еще, значит, тут... Ну, не дадут работать. Не дадут. Нет, вот ты снимай, сколько. Ладно, сейчас вызовем.